Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Comment.by. Сейчас вам сделаю маленький обзор. Ко мне позвонил заказчик, находится он в Солигорске, попросил сделать переход с 80-го диаметра, вернее 75-го, на 150-й. Немножко неприятная ситуация получилась с ним. А почему? Потому что он замерил 151 миллиметр где-то трубу, сказал, минусовая часть выходит у него из шахты. Окей, зная то, что на нашем рынке есть 150 минус, да, это, там погрешность есть, поэтому я сделал таким образом, что переход вставлялся вовнутрь, то есть 150 минус-минус. И также он попросил у меня с другой стороны, у него 75-я труба, чтобы вошла тоже вовнутрь. То есть, по его словам, ту информацию, которую я получил с его слов, я должен был переход сделать 80 минус на 150 минус-минус. Но оказалось не так. Он мне позвонил, говорит, Дмитрий, не сходится, все болтает, все люфтит, надо переделать. Окей, я говорю ему, привози элементы, он с Солигорска, ему есть возможность сюда прислать элементы через своего товарища, мы с ним встретились в Минске, он дал мне элементы и покажу, что произошло дальше. Произошло следующее, вот это вот угол 90 польского производителя Comminflex, у него есть особенности, сейчас я вам покажу их, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Смотрим. Вот это переход, который изначально я сделал, только здесь не было растянута раструба широкого, ну и здесь он был немножко видоизменен. То есть, как я вам и сказал, я сделал 150 минус-минус, а здесь сделал 80 минус. Приехал мне вот такой вот сегмент польский. Смотрим сюда. Толщина металла 0,8, диаметр 150. Comminflex, это польский производитель. Я с ними не встречал, но эта труба, видимо, очень давно привозилась. Европейский Союз, все дела, все красиво. Толщина 0,8. Для информации, я не встречал, чтобы в Европе там массово продавалась единица. Нет, европейские производители дымоходов выпускают толщину от 0,4 до 0,8. Ну, по крайней мере, те трубы, которые мне попадались, именно в таком исполнении идут. Ну, теперь смотрим. Вот это вот, для примера, стандартная вставка 150 мм. С одной стороны раструб, с другой стороны минус. Смотрим. Если мы возьмем польскую трубу, посмотрите, какой люфт. Даже кантик, он проскакивает. Это раз. Понимаете? И вот на этом я обжегся. А здесь 150 минусовая, если я сейчас поднапрягусь, можно я ее и ставлю. Нет, я ее не ставлю, но буквально не хватает, может быть, из-за геометрии, может, из-за еще за чего-то. Потому что трубы вроде бы ровные, да? Нет? Ну да, кто ровнее? Наши ровнее, наверное. Да? Да, вот это единица 150-го диаметра, а это 0,8. Разница заметна? Смотрите, яйцом труба, видите? Поэтому, если очень много говорят, по крайней мере на нашем рынке белорусском, мы не делаем единицу, потому что она кривая. Нет, но и не делайте. А я продаю единицу, которая ровная. Классно? Да, конечно, классно. Это толщина металла 1.0, 430-ка. Это не знаю, но Европа использует 300-ю марку. Они даже не могут себе представить такое, чтобы какой-то европейский производитель 430-ку поставил. Нет, это адаптировано уже под наши условия. У нас это ставится, ну, к сожалению, это так. Поэтому обращайте внимание, что вот здесь вот люфт больше, 150. И вот здесь то же самое, 151 миллиметр, заказчик был прав. Но, да, у нас ровно 150. Все-таки, давайте-ка. Нет, не встает, не вставляется. И при этом минусовую часть... Видите, их польский минус, стандартный плюс. Ну, я дальше его могу забить, скорее всего, и то под большим вопросом. Поэтому здесь не ровно 150, здесь немножко больше, так как и с другой стороны раструб. Давайте замерю я все-таки. Ну, здесь яйцом труба, поэтому не скажешь. Она здесь 154.
здесь 150. Поэтому где-то 152 миллиметра, она немножко больше. Поэтому если вы попадете в такую ситуацию, ну, по телефону будете брать заказы с польскими производителями, смотрите. У них на самом деле рынок большой, у них очень большой рынок, очень много производителей, есть между чем выбрать. Еще на что я обратил внимание, вот эта сборка, смотрите. Вот плюс. Здесь собирают по конденсату, здесь собирают по конденсату. Вот это, видите, бортовка, она заходит. А здесь поставили, наоборот, по дыму. Это неправильно, просто кто-то ошибся. Еще раз объясняю. Производство дымоходов, их качество зависит от отдела технического контроля. Если все будет окей, все будет классно, то продаваться продукция будет очень хорошо, будут всегда клиенты. Но здесь, к сожалению, вы видите, то есть конденсат из этого места, так система собирает здесь по конденсату, из этого места, скорее всего, потечет рано или поздно. Но если не потечет, то это все равно неправильно, потому что здесь, видите, ролик прокатывает. Роликом, да, роликом прокатывает. Либо, если не роликом, то кто-то очень сильно и очень хорошо руку набил себе. Потому что швы зачесали, я не вижу сейчас, тяжело определить, может быть, даже и точку ставит обычную, ручную. Так, ну, с этим коленом все понятно. Это польский производитель. Коминфлекс. Надеюсь, кому-то будет эта информация полезна. Ну, здесь сиксварка, как бы никого это не удивишь. И тоже, видите, проблема производителей многих, да, шов снаружи, 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 а потом засовывают его вовнутрь. Ну, надо определиться, либо все снаружи, либо все вовнутрь. Это проблема всех производителей, потому что когда массово работают, массовое производство, за этим уследить очень тяжело. Для этого есть, еще раз повторяю, отдел технического контроля. И также ко мне приехало такое вот колено, так, 75 миллиметров. А вот это 443, это марка стали. Меня это удивило, потому что я очень много видел таких колен и европейских, и наши белорусы делают, моих видео можете посмотреть, но они все из 304. А вот это 443 марка стали. То есть, если возможно 400 марку вот так вот сделать, производители так, а что вы делаете? Может, все-таки стоит посмотреть, что делают китайцы? И массово запустить производство дополнительных там элементов, углов 90-45, именно гофрированных. Ну, я думаю, если кто-то сделает, вы представляете, какие это, какой-то объем можно дать. Да можно там на обед, на завтрак, на ужин кушать эти углы 90. Поэтому, да, это не магнитный угол. То есть, ну, понятно, я даже проверять здесь не буду, потому что европейцы не ставят 300-400 марку. А это китайцы. А китайцы любят ставить, потому что дешевление. Скорее всего, этот угол шел с каким-то газовым котлом. Неизвестно как. ACC Certification. Не знаю. Ну, как бы так. Ну, теперь я вот этот переход, то, что вы... Он вставляется плотненько вовнутрь. И также плотненько одевается уже вот в это колено на минусовую часть. Смотрим, не в плюсовую. Не знаю, почему так человек захотел. Вот так. Вот плотничком. Все. Вот теперь это плотненько, хорошо и надежно. Классно? Я думаю, да. Интересно. Все. С вами был Дмитрий Михайлов. Да, здесь я скомбинировал китайского производителя и польского производителя, европейского. Ну, гибрид. А это белорусский наш переходничок, кстати. Проварены, аккуратненькие, ну почти аккуратненькие. Аккуратненький был бы, если бы его еще химией прошли, либо каким-то средством механическим. Ну, мне на это времени нету, поэтому как есть, так и есть. Все, всем хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов, Comment By. Подписывайтесь на мой канал, заказывайте у меня монтаж дымоходов. Всем хорошего настроения, пока.